мы приехали в Одессу. Все будет четненько, время проведем офигенно. Идем сейчас к Витькиной машине. Он сейчас там экзамены сдает. Нам, да, еще сдает экзамен. Нам оставил машину. Сказал, можете немного покататься, а потом его заберем. Вот Витькина Бэха, 3.5 Twin Turbo, такая нормальная заряженная машина, ключи должны быть где-то под задним колесом, а не, он говорил под передним. I'm fresh, I'm fly, I'm so damn high, more than 500 horses when I roll by, I'm calm, I'm cool, they think brand new, I don't handcuff, you can get the whole damn crew, get in my Beamer Benz and Bentley, Beamer Benz and Bentley, beat it up, let you let me, she been feeling since she met me, hella cool as shit, especially when I throw on all my dress, he got my sister Smith on my seat. Мы сейчас едем за Витей? Ну да, сейчас едем за Витей, заберем его, поедем на море, поплаваем, позагораем. Тут уже подъезжаем к Витькиной академии. Сейчас где-то тут должен стоять студент. А, вот он снимает. Садись, студент. Ну что, мы зараз в Одессе, сейчас будем тут купаться, будем прыгать, скребать, крутить. Да, не, мы в этом. Мы не в Одессе? Не, мы не в Одессе, мы, короче, в Египте. А, мы в Дубае, мы в Дубае. Побережье Шарм-эль-Шейха. Типичная дубаевская архитектура. Да. Не, ну, на самом деле мы, конечно, сейчас в Одессе. Все. Так. Ну, привоз где-то там, кто не знает. Да, Одесса це там. По привозу Одессу знают все. Не газуй, губы спали. Будем сейчас, короче, крутить сальтуху тут. Выдергиваться, эти 5 евро. Перегруз. Сейчас попробуем поработать грузчиками на привозе. Витя говорит, можно сотку за час заработать.